меня зовут Аннушка, и сегодня на моем канале долгожданная рубрика «Послышалось». Этот выпуск создан специально для фанатов кей-попа. И да, что же мне послышалось в этих корейских песенках? Давайте послушаем! Что ж, на этом мой коротенький выпуск подходит к концу, и если вам понравилась эта рубрика, то ставьте, конечно же, пальчики вверх, пишите в комментариях ваше «Послышалось», мне будет очень интересно посмотреть и, конечно же, послушать. А еще одним из последних каверов на моей странице в Инстаграме с каверами является песня «Лай», которую пел Чимин из группы BTS. Кей-поп, да, обязательно смотрите. Вот мой Инстаграм. Присылаю это видео своим друзьям кей-поперам, думаю, они оценят. Ну а с вами была я, Аннушка, люблю, целую, пока!